За минувшие сутки от коронавируса излечились еще 72 ставропольца, а за весь период болезнь победили 54 359 человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается работа по выявлению новых случаев заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 169 жителей края. 7 пациентов скончались. Остановить пандемию поможет вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Также важно соблюдать меры профилактики. В Михайловске создадут аллею здоровья. Проект на улице Архитектурной выбрало большинство жителей Шпаковского округа в ходе голосования по формированию комфортной городской среды. Сейчас там лесополоса, но в будущем там разместятся пешеходные зоны, скейт-парк, спортивные детские площадки, а также малые архитектурные формы. Станица Бекешевская предгорного округа завершается строительство обводных каналов. Как сообщили в управлении по информполитике правительства Ставрополья, необходимость в строительстве гидротехнических сооружений возникла после продолжительных майских дождей. Работы шли полтора месяца. Специалисты расчищали дворы и благоустраивали дороги. В данный момент заканчивают укладку труб, чтобы в дальнейшем вода не смывала дорогу, а уходила в реку. В Солнечнодольске продолжаются работы по благоустройству территорий, прилегающих к Дому культуры. Как сообщили в пресс-службе краевого Миндора, специалисты меняют на объекте покрытие, восстанавливают подпорные стены и их облицовку. Кроме того, полностью обновят освещение и создадут зоны для комфортного отдыха. Работы ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Невинномысске подходит к концу ремонт дороги на улице 3-го интернационала. Как отметили в пресс-службе администрации города, на участке протяженностью более 400 метров уложили выравнивающий верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанесли свежую разметку. Установили уличное освещение и пешеходное ограждение. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».